День открытых дверей традиционно собирает старшеклассников и их родителей для того, чтобы рассказать подробно об университете. У входа всех приветливо встречали студенты и сотрудники для регистрации и раздачи буклетов с описанием факультетов и кафедр. На втором этаже проходила викторина, организованная Сенатом. Все желающие могли блеснуть знаниями, а самые умные получать призы. В 10:00 состоялся концерт. Студенческий клуб показал гостям свои музыкальные таланты. Секретарь приемной комиссии Ерохин Андрей Леонидович рассказал о правилах и особенностях поступления. Участники встречи имели возможность получить ответы на интересующие вопросы из первых рук. После концерта все гости разошлись по аудиториям выбранных факультетов. День открытых дверей посетило много абитуриентов, но количество – это дело второстепенное. Главное – качество поступающих. ВУЗ надеется, что в университет придут абитуриенты с хорошими знаниями. А пока у ребят есть время, чтобы подготовиться для поступления в один из лучших технических университетов страны.